мы, господа? Куда же вы? Куда? О, боже мой! Моя гостиница! Моя! Что они творят? Пустая. В ней изумительное новое платье короля. Неужели и вы его не видите? Наконец появится его величество. Мы опаздываем в историческую минуту. Другой такой минуты может и не быть. Для беспокойства нет никаких оснований. Сначала его величество выбрал себе жабо, потом фрак, потом туфли. Ну, а потом? Что потом? Потом его величество остался всем этим весьма недоволен. Я не могу в таких лохмотьях показываться публично. Но, ваше величество, дело исторической важности, ваше величество. А я не пойду. Не пойду и все. Не пойду, понимаете? Главного гардеробщика к палачу. Жальтесь, ваше величество. У дворца задержано двое иностранцев. Этого следовало ожидать. Привезти? Слушает. Мы жабо выбираем, а враг не дремлет. Кто такие? Мы ткачи! Портные! Ой, из Парижа! Нет, нет, мы ниоткуда! Все равно нужны люди. Нам не хватает специалистов. У нас нет никаких военных секретов. Да, но мы же портные! Дайте нам хлеба, пустите на шить. Умеем одежду такую мы шить. Какой не бывало на свете, какой не бывало на свете. Так, 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 вот так. Такой не бывало на свете. О, умеем шить. Ха, и так, умеем шить. Умеем одежду волшебную шить. Лишь дайте нам шелка да крепкую нить. Да две золотые монеты. Да две золотые монеты. Так, 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 вот так.
да две золотые монеты. Ох, умеем жить, а и так умеем жить. Чик-чик, чик-чик. Быть беде. Мы бродим по свету, одежду мы шьем. Но ходят в одеждах из тонких шелков. Одни короли да вельможи, одни короли да вельможи. Так, 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 вот так. Одни короли. Что такое? Кто вы? Мы портные, ткачи. Ткачи? Я слушаю вас. Ваше Величество, мы умеем изготовлять чудесную ткань, не похожую ни на одну из этих. Кроме необыкновенной красоты рисунка и расцветки, она отличается удивительным свойством. Что за свойство? И можно ли из этой ткани сшить платье, достойное короля? О, да. Это удивительное свойство ткани как раз достойно Вашего Величества. Но в чем же оно заключается? Ткань становится невидимой для всякого человека, который не на своем месте или непроходимо глуп. Как это? Не на своем месте или глуп? Прекрасное свойство. И прекрасный способ освободиться от карьеристов и глупцов. Ваше Величество, Ваше Величество! Супер! Манифик! Ваше Величество, вы должны заказать эту ткань немедленно, Ваше Величество! Платье из этой ткани для вас просто необходимо. Вот именно. Наша казна богата, мы можем себе позволить все. Дать им задаток и 3 дня сроку. И чтобы через 3 дня платье из этой ткани для меня было готово. Тогда я подпишу мирный договор! Отдам в отставку. Господин министр, прошу поближе к кроснам. Как вам нравится узор, краски? Я доложу королю. Мне нравится ваша работа. Словом, я просто не нахожу слов, чтобы выразить восхищение красотой ткани. Дорогой друг,
Не согласились бы вы взглянуть на эту ткань и высказать свое мнение, которое я чрезвычайно ценю? Слушаюсь, Ваше Величество. Зря я не подал в отставку. Узоры – особая наша гордость. Они очень подойдут для нового платья Его Величества. Вы не находите? Мило. Thank you.
мой рисунок! Да дело ведь не в рисунке! Главное здесь краски! Извольте, полюбоваться, Ваше Величество! Какое сочетание! Меня взволновала красота ткани. Экселла! Браво! Слава королю! Слава! Браво! Платье наконец готово, можно увидать. Платье наконец готово, бело-розово, лилово, можно надевать. Облачись, король, это платье просто диво. Облачись, король, как тебе идет. И кто? И никогда не хочет признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Вот вы, например. Разве сидите на своем месте? А вот я определенно был не на своем. И его не сбуру, так идет к лицу, к фигуре, да ко всей стране, да ко всей стране. Облачись, король, это платье просто диво. Облачись, король, как тебе идет. Его Величество король! Наш король стал
Вы смеетесь? Почему вы смеетесь? Почему смеется король? Он убедился, что не так уж он глуп, и, пожалуй, сидит на своем месте. Вы вернули мне сказку. Я благодарен вам. Вы люди странные. Никак не пойму я смысла вашего счастья. Вы человеком, разве это не счастье? Нечистой силе этого не понять. В болоте родились блуждающие огоньки того сорта, что могут вселяться в людей и действовать между ними, как настоящие люди. Если же человек разгадает, с кем имеет дело, и сможет задуть огонек, тогда тот пропал, полезая опять в болото. Но люди слепы и глухи. Им некогда заглянуть в свою душу. Но ведь это же новая сказка. Теперь вы знаете больше, чем кто-либо другой на свете. Но за это я отобрала у вас счастье навсегда. Что же делать? Ведь мне никто и не поверит. Скажи людям... Берегитесь. В городе блуждающие огоньки. Они подумают, что я опять начал сказки рассказывать. Внизу в болотных огоньках зло обитает, мрак и грязь. Светет виновник не Цветет терновник в небесах, огни болотные в лесах, как птицы черные под нами из-под тишка летят на нас, летят на нас, летят, цветет.